И в продолжении темы. Всего на один день в библиотеку деревни Милькова приехала удивительная экспозиция из старинных церковных книг. Это частная коллекция прихожанина Христорождественского храма села Беседы Владимира Манойла. Полтора десятка книг разместились на подоконнике и столе библиотечного зала. Книги, содержащие информацию о времени выпуска, датируются разными годами 19-го столетия. Но есть и более древние издания, о чем говорят сами раритеты. Страницы от постоянного прикасания к ним рук на ощупь стали бархатными. Капельки клея давно истерлись, а от книг исходит еле уловимый запах. Наверное, так пахнет история. Очень важно, любую книгу можно потрогать руками. Страница, она вся в капельках воска, это значит ночные службы, да, когда включали, чтобы было, ну, света не было, служили при свечке и читали при свечке, вот и попадали капельки воска. Тонкая бумага, ветхая, где-то подрезаны страницы, где-то какие-то метки на полях тоже. Вот священники, видимо, когда служили, это все делали. Очень интересно смотреть их. Местные жители с интересом рассматривали старинные книги, особо любопытные, подолгу вглядывались в страницы, пытаясь прочитать и, наверное, представить ту эпоху, когда эти фолианты жили настоящей жизнью. Сейчас уже на электронных носителях все книги в основном. А вот старые книги даже интересны. Это в основном Библии, молитвы какие-то. Интересно.